Привет, меня зовут Сборчук Эвджен. В этом видео я покажу, как поместить анимацию позади объекта при помощи двух программ. DaVinci Resolve буду использовать в качестве создания маски, а Final Cut как основу монтажной программы. Прежде чем я приступлю, нужно понимать, чтобы сделать маску, необходимо одинаковый фреймрейт как у проекта, так и у видеофутажа. В качестве примера я выбрал этот футаж. Сначала открываю DaVinci Resolve и создаю проект. Затем импортирую видео в Media Pool. В ответ на сообщение «Поменять фреймрейт» выбираю «Change». Теперь проект будет такого же фреймрейта, что и видео. Перетаскиваю видео на тайм-линию. Перехожу на вкладку Color. Нажимаю на Magic Mask, Person и выделяю трех девушек. Включаю трекинг. Добавляю ноду Color Generator, соединяю ее к первой ноде. Правой кнопкой добавляю Alpha Out, подключаю первую ноду Alpha канала к Color Generator, а также к выходу Alpha канала. Перехожу во вкладку экспорта и экспортирую маску в виде футажа. Теперь перехожу в Final Cut. Импортирую маску. Дублирую основное видео. Выбираю оба верхние видео с маской и правой кнопкой мыши создаю New Compound Clip. Двойным щелчком открываю Compound Clip. Выделяю маску и в Blend Mode выбираю Stencil Luma. Выхожу из Compound Clip. Добавляю графику, которая будет позади модели. Все готово. Смотрите результат. Надеюсь, мое видео оказалось вам полезным и приглашаю вас к просмотру следующих видео.